the whole idea of silent film starts with that, that we have a 100-year-old cinema here in Tromsø, and it's the festival that runs the cinema. My name is Håvard Lund. I'm a musician. Yes, I am. Нам, тем, кто создавал этот фестиваль, был интересен этот контекст взаимодействия России и Норвегии. Musically, we can always understand each other, but when we talk about the music, that's harder. Задумываешься о том, как картину приломить, потому что она снята давным-давно, по другим законам, по другим принципам, и люди тогда все по-другому воспринимали и видели. И на сегодняшний день, может быть, что-то современному человеку будет казаться даже очень смешным. Здорово всегда возвращаться к истории кино, к истокам и смотреть на эти вещи тоже. It's gonna be great.